Добрый вечер, друзья. Сегодня я чуть-чуть опоздал со своим прогнозом для вас. Какие приметы на завтра, на 26 марта, прошу прощения, но тем не менее я выкладываю. Так, как вам и обещал, ежедневно. Да, сегодня был банный день у нас, ходили в баню с внуками, со всеми побанились, попарились. Это хорошо. Потом там друзья звонили, потом племянник позвонил. Вот это ж он меня, они меня вдвоем, Артемка и Олежка, скусили. Я у него спрашиваю, говорю: Олежка, как дела? А он что-то там сказал. Оно тут на улице собака лает. Кто-то в это входит, видно, что-то стоит там, чи не стоит. А я говорю: шо, Олежка, шо, чи уже не стоит, чи шо он дядя, я говорю: та вы шо, шляпу одеваю и хоть бы шо. Поняли? Ну ладно, это все прибаутки. Значит, завтра у нас 26 марта, Никифор. В этот день православная церковь почитает святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Прилет гусей, завтра, если вы увидите, это к урожайному году. По последнему льду хорошо клюет плотва. Ну, у нас уже лед растаял. На Никифора медведь в берлоге подтягивается. С косогоров снег в низины сходит. А родившимся в этот день сужден долгий и спокойный век. Они ласковы и оберегают свой домашний очаг. Им следует носить топаз. Вы поняли, кто родился 26 марта, у кого день рождения? Еще раз повторяю, сужден долгий и спокойный век. Они ласковы и оберегают свой домашний очаг. Носить им следует камень топаз. Всех вам благ, всего вам хорошего. До свидания. Заходите завтра. Обязательно ждем вас.